ради электронного подавления R531B «Инфауна». Основное предназначение «Инфауны» – это борьба с радиоуправляемыми взрывными устройствами. Кроме того, комплекс позволяет произвести автоматический запуск дымовых гранат в случае обнаружения вспышки и действий общевойсковых подразделений наиболее эффективно. Применение минометных подразделений и подразделений автоматических гранатометов, позволяющих вести огонь на лесной траектории и поражать противника, находящегося в окружении. Продолжая нанесение огневого поражения противнику, подразделения противника справа в направлении рощи Длинной ведут бои подразделения механизированного полка Алжирской народно-демократической республики, воинский плит Беларусь, Армения, Индия, Китай и Монголия. Огневое поражение противнику наносят боевые машины пехоты БМП-2, jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.